Здорово были. Камы, значит, у меня здесь снова камы, снова польские камы. Вот, размер 44 европейский, 43 российский, 29 сантиметров постельки. Состояние среднее. Вот так. Вот. Видно тут сквозной залом. Его прошили. Аккуратненько, причем прошили, мне нравится на самом деле. И... Блядь, швы нихуя не видно. И вот здесь вот, если присмотреться, тоже прошито. Верхний залом уже поверхностно идет. Так, вот это вы по-любому прям должны видеть, должны знать. В остальном, ну в остальном так, просто средний, я бы сказал. Тут вот, поплыли они маленько. Если неудобно эта херня не нравится, ее можно отшкурить и сверху вот черным кремом для обуви, чтобы, ну, чтобы не было видно, что зашкурено. Вот, здесь то же самое. Вот, правый ботинок уже вот так вот, чуть-чуть совсем вот такая херня. Ладно, может даже не просквозиться, скорее всего. Вот так, с другой стороны. Такой, тоже поверхностный залом. Вот, собственно говоря. В остальном, сам лично ничего не заметил. Как бы, вот так вот. Внутри стельки есть, они просто сохнут. Тут я их, я когда ботинки стирал, я стельки выложил, забыл постирать, сейчас постирал. Вот, со стельками отправлю. Постараюсь не забыть. Да, и вида доставки нету. Пересыл только по полной предоплате. Там Боксбери или почта. Вот. Цена окончательная. Типа, я, конечно, понимаю, что состояние не состояние. Типа, но все равно, как бы, в них вложиться надо было, прошить. И я сам не шью, я вот это не умею, поэтому как бы. Вот. Смотрите, что я еще хотел сказать. А, второй шнурок тоже есть, если что. Типа, вот так вот. Собственно говоря, вот я все сказал, да, наверное.